на обычных людях вакцина доказала и свою эффективность, и свою безопасность. Огромное количество людей на сегодняшний день уже привиты, и довольно большой опыт, и довольно большие знания о том, как вакцины переносятся, и насколько вакцины эффективны, на сегодняшний день уже сформированы. Что касается онкологических пациентов, здесь ситуация несколько сложнее. Перед решением о применение или не применение вакцины, пациент должен проконсультироваться со своим врачом-онкологом, пройти стандартные обследования у врача-терапевта ввиду особенностей иммунитета, ввиду того, что иммунитет онкологических пациентов ослаблен на фоне и самой злокачественной опухоли, и на фоне проведения лекарственной терапии. Нельзя применять аттенуированные вакцины. Когда берется вирус, он ослабляется, и ослабленный вирус вводится в организм человека. Но такими вакцинами онкологических пациентов мы и не прививаем. Те вакцины, которые на территории Российской Федерации используются, они содержат либо отдельно белки, отдельные части вируса, да, и не содержат живого вируса, либо они содержат эти белки на определенном носителе. То есть эти вакцины, и те, и другие, они не обладают риском развития самой по себе инфекции, потому что там живого, даже ослабленного вируса нет в этих вакцинах, поэтому вот тут опасности нет.